Выполнение элемента Sunrise. Переходим в элемент паук, оставляем ближнюю руку над верхним коленом, а дальнюю под ним. Выпрямляем и поднимаем верхнюю ногу наверх, прижимая бедро к пилону. Сохраняйте уверенный хват верхней руки. Разворачиваем корпус так, чтобы грудная клетка была направлена вперед и в пол. Напрягаем ягодицы, прогибаемся в спине и завершаем элемент вытяжением руки вперед и подъемом ноги, настолько, насколько позволяет вам растяжка. Приятных вам тренировок!